Всем привет! В эфире «Утренняя зарядка». Давайте же поднимать себе настроение и заряжаться энергией на целый день. И сегодня нам будет в этом помогать белорусская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Любовь Черкашина. Доброе утро! Доброе утро! И я думаю, что стоит заняться зарядкой, и никакое утро не должно пройти без нее. Ну, я поделюсь так пару упражнений. В общем-то, начнем зарядку. С маленькой шутки проверим, нос ли на месте, все работает, координация не нарушена. И, в принципе, можно сделать, я их называю потягушки, заодно растянуть бока. О! Очень-очень приятно нам. Заставляет все мышцы вытянуться. Можно еще бочки покрутить. На самом деле, так расслабляет. Ну, мы просто взбодримся. И мое самое любимое движение – пропеллер. Просто руки пошли в пляс, ничего у нас не выпадало. Можно и на себя, и от тебя, и даже вот так. Мы готовы. Зарядился энергия, кровь пошла в нашу голову, мы уже все соображаем. Но у нас есть бедра. Всех девушек они есть. Мы их тоже должны размять. На самом деле, это очень хорошее движение для суставов, без всяких там приколов. Любовь, что вас мотивирует? Если касается это спорта, то, наверное, это стремление к результатам. Сейчас это стремление, чтобы у гимнастов, которых я тренируюсь, были максимальные результаты, чтобы у них все получалось. А если касается жизни, как себя мотивировать, ну, в принципе, у меня всегда очень начинается бодрое утро. Это собаки, которые просто в 6 утра, они почему-то жаждут именно гулять в 6 утра. Они заряжают энергией. И как таковой мотивации я не ищу, просто стараюсь изо дня в день становиться лучше, делать кому-то что-то полезное и хорошее. И я думаю, что от этого шаг за шагом поднимаюсь на какой-то свой уровень. Сейчас мы размяли с тобой бедра. Мы уже красотки. И самое нужное вообще движение для девушек и женщин – жесткие приседания, но их чем больше делаешь, тем лучше. О! Приседаем вперед, точно так же возвращаемся назад приседаем. То есть это можно делать нескончаемое количество раз. Очень выгодно это делать, когда смотришь какой-нибудь фильм. И я обычно делаю раз 10, да, и потом останавливаюсь. Приседали, и после этого самое главное немножко подрастянуть. Поэтому мы понаклоняемся к правой ноге, поднимемся, доброе утро, левой ноге, опять доброе утро. Ну, так пока вы не растянете свои ноги, в принципе, несколько раз можно сделать. А еще можно так потянуть. Не мешает ли боевой характер, боевой дух в отношениях с людьми? Что касается жизни, я умею это разделять. И, конечно, где мне нужно побороться за какое-то свое дело, за свою жизнь, за свою семью, я включу бойцовский характер. Но, в принципе, я не вспоминаю, что были какие-то нарекания со стороны моих друзей или знакомых, что я там жесткий человек. А можете быть беззащитной и хрупкой девушкой? Я думаю, что в силу природы как-то инстинктивно я включаю иногда хрупкость. И такую, чтобы меня посадили на коленочки, пожалели и сказали, да все будет хорошо, не переживай. Конечно, эти моменты бывают в жизни, и это только характеризует меня как женщину. Вот и все. И наше финальное упражнение, если вы правильно сделали зарядку, у вас оно обязательно получится. Мы просто помашем ногами, но максимально высоко. А потом, если вы и это правильно сделали, можно раз и закрепить. Вот так вот. Надеюсь, после этих упражнений у вас будет бодрость целый день. И помните, любите спорт и особенно художественную гимнастику. Ну что ж, мы взбодрились, зарядились отличной энергией на целый день. Спасибо, что были с нами и делали зарядку. А с вами были Мария Богатырь, Любовь Черкашина, Антон Филонович. Специально для утра студии хорошего настроения.